Ну, это, бля, бывает, да. Я сегодня еще в битву титанов играл, короче. Прикинь. Вообще давно не играл в этот режим, пиздец, мел. Вот. Опа! Играл, короче, этим, легионом. А, лаги. Моя левушка. Блять, почему вот... Вот что за хуйня, блять? Почему он сначала в это самое... Респит меня, короче, в одной стороне, а потом, когда я помираю, совсем вот в другой начинается вообще, и все. Чёрт знает. Не, здесь дробаша что-то вообще с таким пингом беспонтово, походу, играть. Да уж. Хотя не, нормально. Да что ж такое-то? На! Блять. Отстань. Ёпта, блять. Ёпта. Беги, беги. Отстаньте. Отстаньте. Тихо нахуй. Тихо нахуй. Ай. А? Блять. Ай, сука, краверская меня там с крыши ебанул, блять. Сейчас я его, блядь, сниму, блядь. Чего? Блять! Блять, да почему? 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 Нет, нет! Сука! Бля, пиздец вообще! Он как-то хуёво, блядь, побежал по стене, короче, блядь, и зацепился, просто начал подниматься на крышу, блядь. Это, блядь, не входило в мои планы. А-а-а, сука, лимит на титанов, блядь. Это нечестно! Да, согласен. Мы на парковом стрелец. Нечестно. Да тебе и он ебаный, бля. Гаси нахуй его. Воу! Плющит. Меня плющит. Ебать, у меня тут стратегия пошаговая. Дебил. Так. Опа. На. Ай. Повезло тебе просто. Просто повезло. Конечно, конечно, повезло. Я промазал. Зато другой твой напарник попал, блядь, нормально. Ну и хорошо. Вообще нихуя хорошего. Ну, падла. Да ладно, блин.
Ебать, как лагает. Это вообще ужас. Бля, телепорт этот вообще, ё. Пиздец. Ненавижу телепорты, блядь. Хорош. На. Как ты вообще меня увидел-то, я не пойму. Такой, ставлю голову, ставлю, и тебя вижу. А, то есть ты просто такой на рандом, да, его поставил? Ага. Заебись, я думал, ты меня увидел, блядь. Я сижу такой и думаю, блядь, что за хуйня, блядь? Какого хуя меня там увидели, блядь? Я же спамера голоч. А ты, оказывается, просто на дурака его поставил. А, со мной тут Норд, Ронин и Монарх. Против меня втроем. А я иду им помогать. Минус один. Лотстеров. Вот лотстеров. Все? Успокоили тебя? Вообще просто. Кстати, я заметил, ты не обращал внимания, что тут иногда неправильно это самое, подсчет очков идет. В каком смысле? Ну, в прямом смысле вообще, то есть, ну вот у нас, допустим, 616, а если по сумме посчитать, то вообще нихуя не столько выходит. Mm-hmm. Ты не замечал эту хуйню? Я просто не пойму, как это работает здесь. То есть я думал, это считается конкретно по очкам, которые мы заработали. Mm. Ну, так же должно быть это? Да. Что-то не так. А я, короче, вчера играл, я тебе говорю, выиграл, короче, матч один. А там даже визуально, короче, ну, было видно, вот.